События, происходящие в этом спектакле, относятся к событиям, происходившим во время Великой Отечественной войны. И так как мы будем стараться говорить о вещах веселых, также нам придется коснуться тем и серьезных. Так начинается глубокая и трогательная постановка под названием «Жизнь» нового главного режиссера Брестского театра «Кукол» Дениса Казачука. В разгар Великой Отечественной войны на деревню в русской глубинке наступает враг. Немец-фашист. Все жители уходят, чтобы спастись и переждать беду. Но только не маленький сердитый дед Тишка. Этот наивный, немного забавный, но очень искренний персонаж остается, чтобы защитить свою родную землю. Хочется рассказывать истории и фиксировать время. Мы говорим, с человеком происходит такое-то событие, там, да, предательство, и мы рассказываем о нем. Да. С человеком происходит любовь, и мы тоже о нем говорим. Вот хочется говорить о том, что происходит с людьми. Денис Казачук – человек, который живет театральным искусством. Своими спектаклями он старается донести общечеловеческие ценности, которые воспитывают подрастающее поколение. Учат думать, отличать белое от черного, чувствовать и сопереживать. Главный режиссер легко нашел контакт с актерами. А брестскому зрителю пришлась по душе первая совместная постановка «Белый клык», которая в рамках сотрудничества была поставлена на сцене Брестского театра «Кукол» еще год назад. Самое главное, что у нас произошло – у нас работает главный режиссер, которого мы давно ждали, в принципе, главного режиссера, Денис Анатольевич Казачук. Мы очень рады тому, что состоялось такое важное событие. Очень надеемся, что у нас будет хорошая команда, хорошие спектакли, долго и ярко. Впереди множество творческих идей, на которые главного режиссера вдохновляет зритель, наш город и талантливый коллектив. Да и сам театр обладает для этого прекрасными пространственными и техническими возможностями. Очень хочется поставить спектакль «Вишневый сад». «Вишневый сад» Чехова, потому что он прекрасно, роли распределяются на как раз творческий состав, на артистов. Хочется сделать серию спектаклей о таких знаковых, может быть, личностях для белорусского народа, как Ефросинья Полоцкая, Франциск Скорина и Афанасий Брестский. Вот. Это очень благодатная тема для театра «Кукол», тема чудес, тема как бы страдания и терпения. Конечно же, мы планируем и Новый год, вот это на ближайшую перспективу. У нас юбилейный сезон. Вот следующий у нас будет юбилейный сезон. К 22 июня мы уже готовим концерт. Это все с участием главного режиссера. Поэтому очень много задумок, очень много планов. Пока разбираемся во всем этом. Но, тем не менее, ставим задачу на то, чтобы к нам шли, у нас было интересно. И чтобы любой возрастной категории было что посмотреть. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».